Продолжаем выпуск. Отчетно-выборные конференции филиалов Аманат продолжаются в регионах. В Восточном Казахстане депутаты всех уровней и члены фракции обсудили исполнение предвыборной программы в регионе, а также выбрали членов нового политсовета. В работе конференции принял участие исполнительный секретарь политобъединения Даулет Карибек. Строительство школ, ФОКов, больниц и медпунктов идет в соответствии с дорожной картой, рассказала региональный лидер партийцев Сайрангуль Жумадилова. На контроль аманатовцев также поддержка бизнес-проектов многодетных семей и стартапов сельской молодежи. Главная цель – создать такие условия, чтобы люди приезжали на работу в село. В рамках проекта «Жир Аманат» областной комиссии за 2022 год государственной собственности возвращено более 100 тысяч гектаров неиспользуемых земель. План выполнен на 100%. С начала года возвращено 61,3 тысячи гектаров земли. В текущем году по обращению жителей двух сел в Уланском районе после вмешательства партии с выездом на место положительно решен вопрос по возврату пастбищных и сенокосных земель. Также исполнительный секретарь Даулет Карибек встретился с молодежными активистами и спортсменами области. В рамках предвыборной программы партии в регионе построят 13 спортивных объектов. А это значит, что 100 тысяч детей смогут бесплатно посещать секции.